Marka Kvalovi. Děkuji, Jan Machorin z Českého kulturního středisku. Dobrý večer. По-русски практически так же. Добрый вечер. Для меня сегодня абсолютно уникальный концерт. Дело в том, что я жил в Праге с 63 по 68 год. Моей любимой группой были The Primitives Group. И вот на руинах Primitives Group организовалась группа Plastic People of Universe. И ну, для меня это просто большое сентиментальное путешествие. Сегодня я хочу сказать одну очень важную вещь. Значит, у каждой бывшей коммунистической восточноевропейской страны, естественно, своя история. У нас были свои машины времени, аквариум, Польша был свой, Чеслав Немен, Венгрия была Омега и так далее. Но чтобы быть объективным, надо сказать, что самой известной восточноевропейской группой, вообще группой с нашей стороны железного занавеса в глобальном мировом масштабе всегда были Plastic People of Universe. И, в общем, это абсолютно заслуженно. Во-первых, потому что они играли абсолютно бескомпромиссную, интересную музыку, интересную по любым критериям. Во-вторых, потому что, в отличие, скажем, от наших рок-групп, которые всегда были довольно аполитичны и никогда так особо не участвовали в политической жизни страны, Plastic People это были реальные борцы подполья. То есть их арестовывали, они сидели не за то, что занимались незаконной концертной деятельностью, они сидели, в общем-то, за свою музыку и за свои длинные волосы, реально, за то, что они были другими. Очень смелые ребята, прекрасные люди, и я счастлив, что они наконец-то здесь. Дикий. Браво! Ты можешь смеяться.
polej mě záda, lehos pod ský židle, konečně jsem sám, v osamění plachem, co jsem chtěl, to mám, ten se klepu strachem. Thank you.